Здравствуйте, с вами VGaming. Игра по боевому континенту наконец-то вышла. Игра на 100% основана на оригинальной истории боевого континента. Во время прохождения сюжетной кампании вы можете увидеть видео-вставки, которые полностью совпадают с сюжетом всеми нам известного аниме. Игра «Боевой континент. Перезагрузка» находится в прямом сотрудничестве с аниме-сериалом «Боевой континент». Они стремятся предоставить всем игрокам опыт, который соответствует чтению оригинального романа или просмотру аниме, от индивидуальности персонажа до захватывающих поворотов сюжета. Вы найдете все знакомые боевые континента элементы здесь. Хоть и прорисовка персонажей может слегка огорчить, боевая система вас удивит. Настоящие мастера души никогда не стоят на месте битвы. В игре необходимо управлять своими персонажами, чтобы уклоняться от опасных вражеских атак, находить выгодные моменты, чтобы переиграть своих противников, активировать ульт в нужный момент, чтобы максимизировать свой урон или свести на нет навыки врага. Только вспомните, как Тансан во время битв все время уворачивается, поворачивается и придумывает малейшие хитрости в своей голове, чтобы обыграть своих соперников. То же самое вам придется делать в этой замечательной игре. В игре вы будете развивать своих персонажей как настоящего мастера души. В игре вы будете развивать своих персонажей как настоящего мастера душ. Вспомните мультсериал, когда враги перед боем показывают свои кольца духов. Черное кольцо духа может нагнать страх на многих и можно таким образом избежать битвы. Если вы не смотрели это аниме, то советую начать смотреть его незамедлительно. В итоге получилась игра, сюжет которой не отклоняется от аниме «Боевой континент». Прорисовка героев на кат-сценах просто потрясающая. Хоть прорисовка героев в битвах может и огорчить, но это же «Боевой континент». Игра пропитана атмосферой погони за уровнями и поиском лучших колец душ. А чего желает каждый мастер душ? Конечно же, получить красное кольцо души, 100-тысячелетнее кольцо. Это же будет круто! На этом небольшой обзор игры окончен. Получилась некая зазывалочка попробовать вас поиграть в эту игру. Но если вы фанат аниме, то играть необходимо обязательно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Да пребудет с вами удача в поисках классных колец душ.